Вкусная и полезная еда – это не просто тренд, а действительно забота о здоровье. Первый в Мурманской области студенческий акселератор «Арктика Суперфуд» объединил молодых предпринимателей и студентов в стремлении развивать арктическую кухню. Не заметив, как пролетело время, наступил финал конкурса. Подробности прямо сейчас. Столы на входе в зал ломятся от необычных угощений. Пирожные, мармелад, цукаты из водорослей – это не просто лакомство, а инновационные продукты, созданные студентами Мурманского арктического университета в рамках акселератора «Арктика Суперфуд». Наш стартап-проект называется «Заряд севера». Мы проект о леденцах с кальцием и ксилитом. Также у него есть часть, которая задействуют технологии дополненной реальности. С помощью нее мы собираемся связывать опыт реальный и виртуальный, дабы знакомить туристов с нашим краем, с культурными достопримечательностями и с другими объектами, которые могут быть интересны. Наша фишка в том, что мы решили совместить простую идею и необычную ее подачу. У финалистов 14 проектов. Каждая команда уверена, что их продукт может быть на полках магазинов. Однако действительно лучшую работу определяют эксперты. Наши разработки направлены на то, чтобы продукция была очень аппетитной, очень вкусной, очень полезны. Полезность нашей продукции в основном там заключается в том, что мы используем, во-первых, наше северное сырье, северные сырьевые ресурсы, в частности, морская капуста или ламинария, которая очень хорошо обогащена йодом. А йод, мы знаем, что есть большой йододефицит. В финале конкурса студенты презентовали свои проекты. За 4 минуты им предстояло подробно рассказать о продукте, процессе его создания и, конечно, производстве и прибыли. Цель в том, чтобы студент уже полноценно понимал весь путь предпринимателя, как он идет и что нужно сделать, чтобы проект был успешным. Собственно, наш регион арктический, славимся арктической кухней, поэтому был выбран акселератор «Арктика Суперфуд». И, собственно, это правильное направление, потому что Мурманская область славится своими морепродуктами, и, собственно, на этом делается акцент, и многие туристические направления уже связаны с тем, чтобы приехать не только поймать северное сияние, получить какие-то экстремальные впечатления, но и, собственно, попробовать Арктику на вкус. Отметим, что проект по запуску акселератора «Арктика Суперфуд» получил поддержку. Это более 5 миллионов рублей в рамках грантового конкурса Министерства науки и образования России.